Приветствую вас, дорогие зрители, с вами Forever. И как вы поняли по названию видео, сегодня я сделаю свой мисайт в Pocket Code. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Для начала я создал план, чтобы вы могли понять, как будет выглядеть игра. Как все знают, в Pocket Code нельзя сделать 3D, так что наша игра будет сделана в 2D. Игра у нас будет пародией на мисайт. Персонажи у нас будут не из оригинального мисайда, а свои. Ну и напоследок музыку, озвучку и звуковые эффекты, а также все 3D модели мы должны делать сами и не брать из оригинального мисайда. Для начала я начал делать меню и сделал вот такой вот фон. Дальше я сделал вот такие вот кнопки для игры. Дальше я пошел в ChatGPT и попросил, чтобы он мне придумал название для моей игры. И вот что он мне придумал. Дальше все это я добавил в проект и сделал скрипты и анимации. Дальше мне помогли сделать плавные анимации для кнопок. Дальше в меню я добавил персонажа. И тут мне тоже помогли сделать более плавные анимации для персонажа. Дальше я решил добавить небольшую темноту вокруг персонажа, так как фон был слишком светлый. Дальше была сделана загрузка, но в принципе она ничего не делает, она просто для красоты. На данный момент это все, что было сделано в данной игре. Разработка продолжается, так что на 100 лайков я выпускаю новую часть. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.